Друзья, сегодня у каждого человека, который только, может быть, узнает о нашей компании, многие люди сегодня узнают в интернете о нашей компании, появляется уникальная возможность изменить свою жизнь в лучшую сторону. И такую возможность – это действительно шанс, за который нужно цепляться и буквально держаться за него, не отпускать ни в коем случае. Эту возможность нам предоставляет компания New Millennium Center Ltd. Компания New Millennium Center международная и зарегистрирована официально 24 марта 2011 года. Президентом компании является успешный человек, который имеет огромный опыт в сфере инвестирования в недвижимость по всему миру, господин Альфред Виктор Брюстер. Компания успешно развивает два направления деятельности. Основное направление – это недвижимость и все, что с ней связано. И второе направление – это интернет-бизнес. Сразу оговорюсь, что наша компания не строит сама недвижимость, а именно инвестирует в строительство недвижимости. Сегодня действительно любой желающий может позволить себе иметь все самое лучшее с нашей компанией. Множество людей мечтают о приобретении нового автомобиля или недвижимости. Причем это все хочется приобрести без каких-либо долговых обязательств, без кредитов. Ну и, конечно же, каждый, кто из вас отказался бы иметь постоянный, стабильный и высокий доход. Покупка автомобиля, приобретение недвижимости, собственного жилья, а также доход постоянный и стабильный, все это возможно с компанией New Millennium Center Ltd. Компания предлагает нам партнерскую программу, которая открывает возможность получить желаемый доход каждому. New Millennium Center представляет программу «Автоплюс», цель которой является сделать доступной покупку нового автомобиля каждому желающему. «Автоплюс» предлагает нам новый подход к приобретению автомобиля любой марки, без каких-либо долговых обязательств, без автокредитов и лизинга. Что собой представляет вот эта программа «Автоплюс»? Программа состоит из трех столов. Первый стол, который называется предварительный, состоит из 7 мест. Заполнение стола происходит сверху вниз и слева направо. Верхние 3 места, как правило, всегда заняты, и поэтому остается заполнить только 4 свободных места в нижнем уровне. Чтобы начать участвовать в этой программе, необходимо приобрести сертификат у компании суммой $800. На выходе из этого стола вы получаете $3200, из которых $800 вы сразу же возвращаете себе, то есть вложенные ваши деньги вы уже оправдали, вернули назад, ну а $2400 идут работать в следующий стол. Второй стол средний, также ознаменуется покупкой сертификата на сумму $2400. Это совсем маленький трехместный стол, он заполняется также сверху вниз и слева направо, но всего 2 человека, как вы видите, должны зайти за вами. И на выходе из этого стола вы зарабатываете $4800. Вся эта сумма идет работать дальше в следующий, последний стол программы, но при желании вы можете иначе распорядиться заработанной суммой, а именно $2000 вы можете забрать наличными, другие $2000 потратить на покупку сертификата в программе по недвижимости, в программе Sun Metropolis, и обязательно нужно реинвестировать $800 в первый стол предварительный в программе «Автоплюс», так как вы же пришли зарабатывать, и поэтому заработки должны быть неоднократными. И последний стол, почетный.
Это такой же семиместный стол, как и первый предварительный. Заполнение точно так же происходит. И вы покупаете сертификат на сумму $4800 у компании. На выходе из этого стола вы зарабатываете $19200, из которых $4800 идет в реинвест именно в этот же стол, в нижний уровень этого стола, да, и $14400 вы забираете себе на карту, выводите эти деньги и приобретаете автомобиль. Единственным условием компании во всех трех столах необходимо выполнить квалификацию. Два лично приглашенных активных партнера. Давайте еще раз посмотрим на всю эту программу с самого начала и до конца. Насколько короткая программа, всего три стола, и причем один совсем малюсенький стол, средний, да, и какие возможности он нам, вот эта программа нам дает. Это постоянный доход по $14400. То есть вы можете приобретать и не один автомобиль, вы можете снабдить автомобилями всю вашу семью. И также можно забирать наличными и, может быть, распорядиться как-то иначе вашими заработанными средствами. Ну и давайте посмотрим, как же можно еще более практично распорядиться данными заработанными деньгами. Что дает нам программа «Автоплюс»? Ну, во-первых, еще раз повторю, что вход составляет $800, которые вы возвращаете сразу же после прохождения первого стола. И при этом еще зарабатываете для перехода в следующий стол, который дает доход $4800. Эти деньги вы можете инвестировать в следующий стол, то есть продвигаться дальше по этой же программе «Автоплюс». Либо вы можете приобрести сертификат в жилищной программе, в программе SMT Soft. 2000 при этом вы выведете себе на карту и $800 реинвестируете в программу «Автоплюс» еще раз. Но если же вы продвигаетесь все-таки до конца, в третий почетный стол, то вы заработаете $19200, при этом вы вновь остаетесь в этом же столе, реинвестируя $4800 в нижний уровень этого стола и получаете себе на карту Евробит $14400. Да? То есть этими деньгами вы можете также распорядиться таким образом. $8000 вы инвестируете в программу Sun Metropolis в «Остров мечты». И вы уже совершенно близко, да, приближены к покупке недвижимости еще. $1000 инвестируется в программу «Солнечный шанс», так как это тоже у нас денежный, приносящий постоянный доход стол, то есть программа. И $5400 из полученной суммы вы уже можете вывести себе. Это тоже хорошая сумма, примерно 350, по-моему, тысяч рублей. Наша компания вот такие возможности представляет. И покупка автомобилей, и покупка недвижимости. Вход в автопрограмму составляет $800. На выходе почти 1000000 рублей. $19200 и $14400 на руки. Да, то, что и составляет около 1000000 рублей. Программа по недвижимости. Чтобы стать участником этой программы, необходимо изначально $1000. И если у вас появляются потенциальные партнеры, да, которые очень хотят, но не могут себе позволить вот этот, войти вот за такую сумму денег, то у нас есть еще две прекрасные, чудесные вспомогательные программы. Это программа «Евробит», вход в которую составляет $170. Я думаю, что это уже посильная сумма для каждого. Это примерно 11 тысяч рублей. Но если даже и этой суммы не найдется, то программа Grow Plus со входом $45. Но меньше уже просто некуда, потому что мы начинаем создавать свой собственный бизнес и хоть какие-то вложения, но для бизнеса, вы понимаете, вложения нужны. Здесь же у нас
они могут быть совершенно минимальными, то есть $45, $170, и это единовременная ваша инвестиция, больше никаких проплат дополнительных нет. Программа Евробит дает возможность постоянного дохода по $300 и по $1000, да, то есть здесь можно заработать первые 300, вы переходите за $250 во второй стол, где на выходе зарабатываете $1000. Вот она тысяча. Можно и в программу по недвижимости зайти, можно $800 пустить в программу, в автопрограмму, и $200 забрать уже наличными. Можно часто зарабатывать в первом столе, да, программы Евробит, который дает по $300 очень быстро, часто, потому что здесь у нас уникальнейший маркетинг, дающий много денег с малым количеством людей. И три раза по $300, три закрытия стола, и вы можете уже зайти в программу Автоплюс. То есть вариантов масса, возможностей море, и вот такая вот замечательная наша компания с таким замечательным маркетингом. Так что все в ваших руках, и если вы примете решение работать в нашей компании вместе с нами, то вы решите все свои финансовые вопросы, вы осуществите свои самые смелые планы. Ну и, пользуясь поддержкой команды, построите свой бизнес так, что будете получать высокие доходы регулярно. Я думаю, вам нравится эта идея. Посмотрите, какие возможности. Новый автомобиль. Да еще любой марки. Да прямо из салона. А может быть, вы хотите купить квартиру. Ну и, конечно же, получать постоянный и стабильный доход. Все это возможно с нашей компанией. Поэтому приходите в нашу компанию, становитесь активными партнерами, зарабатывайте, развивайтесь, становитесь успешными людьми, и будет вам счастье. С вами была Майя Нерсесова. Спасибо вам за внимание.